Пожарная безопасность – эта тема актуальна весь год вне зависимости от сезона. Любое неосторожное обращение с огнем – и вот уже пожар. Только за первую половину этого года произошло 951 возгорание, в них погибло 40 человек. По существу вопроса мы поговорим сегодня с министром по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям республики Вениамином Петровым. Вениамин Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и сразу первый вопрос. Цифру я уже назвала, да, 951 возгорание за первое полугодие. Что показывает сравнение? Анализ. Больше, меньше, как изменилось? Но в этом году статистику вести, конечно, сложновато, поэтому мы ведем двойную статистику, потому что с 1 января поменялась методика учета пожаров, учета погибших на пожарах, поэтому ведем мы чистую статистику по сравнению с прошлым годом, это как называемые чистые пожары, и общая статистика, куда входят все возгорания, это мусор, это трава и все остальное. Поэтому вот сравнить с прошлым годом у нас два раза количество пожаров увеличилось. Если сравнить с этими чистыми пожарами, как говорим мы, куда конкретно пожарные выезжали ранее и учитывали эти пожары, то увеличение в то же время есть 30%. Хотя этот показатель по коэффициенту количества пожаров на 100 тысяч населения при Волжском федеральном округе – это самый низкий у нас коэффициент. Но, тем не менее, это не повод для успокоения, потому что 30% превышения по уровню прошлого года по фактическим пожарам – это есть. Поэтому предстоит кропотливая работа, чтобы как можно скорее изменить ситуацию, изменить динамику в сторону уменьшения. Ну, пожары – это одно, а когда люди погибают – это трагедия в каждой семье. 40 человек погибших – это слишком много. Хотя в прошлом году тоже было на уровне 39 погибших. Но успокаиваться не стоит. Все равно, да. Знаю, что немножко изменилась методика понятия пожара, то есть все мелкие возгорания, что ли, к ним относятся. Вот не это ли одна из причин увеличения пожаров в статистике? И вообще, что теперь относится к пожарам? Ну, вы абсолютно правы, да, в статистике изменения. Вот как раз горит мусор, выезжают пожарные. Горит трава, выезжают пожарные. Это все сейчас идет, зачитывается как пожар. Даже если люди где-то увидели, позвонили на 112, зафиксировали, подтверждается, что да, действительно, там было возгорание, если даже пожарные не выезжали, это тоже идет уже как пожар. Поэтому статистика нынче, она такая, как бы ужасающая, можно подумать, что такое количество резко рос. Это картина по всей России, но я отметил, что у нас коэффициент пока самый низкий, и дай бог нам этот низкий коэффициент сохранить. Да, главное сохранить теперь такой коэффициент. Знаю, что все-таки львиная доля пожаров приходится на жилой сектор. Вот как думаете, почему так получается, в чем причина, и вот есть ли возможность как-то побороть этот человеческий фактор? Вот вы назвали уже, да, человеческий фактор, потому что все, что связано с человеческим фактором, это прежде всего жилье, это производство и другие объекты. Жилье, потому что это среда обитания, и поэтому здесь у нас, мы же круглосуточно находимся в жилом секторе, и поэтому самое большое количество пожаров, конечно, в жилье. Но в то же время надо отметить, что количество пожаров в жилом секторе в этом году идет чуть-чуть сокращение. Меня больше беспокоит то, что растет количество пожаров, связанных с детской шалостью, растет резко возросло количество пожаров, связанных с курением, растет количество пожаров на объектах торговли, строительство, сельского хозяйства, пусть они небольшие, небольшое количество, все равно рост. Поэтому вот те факторы, они больше всего нас сейчас беспокоят, руководители органов власти. И на это нацелил членами Кабинета министров и руководителями органов власти Михаил Васильевич Игнатьев, что пожарная безопасность, безопасность на воде, это сейчас у нас одна из главных задач. Вот еще одна из причин возгораний пожаров – это сжигание мусора. Все-таки вот кто нарушает закон, юридические, физические лица? В чем проблема? Почему у нас так это… Проблема здесь, наверное, в принципе, эта тема, она была всегда. Весной это трава, а далее уже мусор. Но в этом году их количество резко возросло. И преобладает сегодня, если прошлые годы соотношение было мусор, трава практически 50 на 50, то сегодня уже мусор 69%, трава 31%. Здесь вот прежде всего уже в адрес управляющей компании в городской среде, но население в сельской местности просто не хотим организовать вывоз мусора, куда полагается. Просто легко и просто кучу собрать, поджечь и уйти. Вроде бы и
виновника нет, приезжает пожарный, надзор приезжает, но в то же время уже фактов более 100 уже в этом году, когда виновники определены, когда виновники привлечены уже к административной ответственности. На физических лиц от 5 тысяч и более, в зависимости от ситуации, от обстановки, на должностных, на юридических до 1,5 миллиона рублей, в зависимости от того, какие последствия от этого пожара. Поэтому здесь, ну, штрафные санкции – это одно, но второе – просто бережное отношение к природе, бережное отношение к окружению, ко всему должно быть, потому что мусор сейчас вывозится легко и просто. Проблем нет, не надо скапливать все. А сжигать, тем более сейчас, когда особый противопожарный режим на территории Чувашской Республики, но когда на улице 25 и выше, но абсолютно негоже. Об этом тоже всегда говорим. Вот телевидение, радио, пишущие братья всегда об этом. Вот, ну, все средства массовой информации говорим, но, к сожалению, до каждого дойти или сложно, или просто иногда пренебрегаем вот этими мерами безопасности. Но в то же время в этом году у нас уже было от пала травы переход на сельские поселения. У нас и дома горели от этого. От пала травы в этом году у нас уже трое погибли, которого не было уже с 2011 года. В 2011 году у нас один случай был, отпала мусора, инвалид, пожилая женщина, погибла. А в этом году три случая. Поэтому это вот, ну, случаи очень такие нехорошие и резонансные. Резонансные, да. Автомобили скорой помощи, машины для пожаротушения. Вообще у каждой спасательных служб есть своя техника. Вот что есть вообще в арсенале республики и как часто она проверяется или обновляется? Ну, вы назвали скорую помощь. Скорая помощь уже последние, вот, наверное, 5 лет обновляется ежегодно. Там и бывало до сотни машин получали. У них сейчас абсолютно новые автомобили, оборудованы современными средствами оказания первой помощи, медицинской помощи, ну, суперсовременные. Что касается пожарных и спасателей, только в прошлом году мы закупили абсолютно современных 17 автоцистерн емкостью 6 кубов воды на каждой, высокопроходимые. В этом году, вот буквально 2 недели назад, Батыревской пожарной части вручил глава республики ключи от пожарной автоцистерны лестницы. Это 2 в 1. Она же и автоцистерна 6 кубов, и лестница выдвижная на 18 метров. Поэтому принципы, ну и спецоборудование тоже тут. Последние 3 года по оснащению проблем нет. Такая же картина и по спасателям, которые спасают людей от техногенных катастроф на воде и все остальное. Поэтому, ну, не останавливаемся. При каждом уточнении бюджета нашим пожарным спасателям выделяется определенная и солидная сумма на оснащение. Нельзя не поговорить о необходимых мерах пожарной безопасности. Вот что нужно делать, чтобы избежать возгорания? Но прежде всего детей без присмотра не оставлять, потому что уже, я говорил, 2 погибших детей. Потом особое внимание пожилым, одиноко проживающим. Третье направление – это категория граждан, которые злоупотребляют спиртными напитками и тоже проживают одиноко. Электробытовые приборы. Но сейчас летнее время дачники то же самое преобладают. Ну, плюс надо контролировать, смотреть друг друга, потому что, как говорят, береженного Бог бережет, но в то же время мы сами зачастую, вот человеческий фактор, сами повинны во всем этом. Поэтому, ну и страхование имущества об этом тоже, потому что это уже материальная поддержка, не дай Бог, где-то что-то случится. Конечно, в этом году июль пока не такой жаркий, как, допустим, май или июнь, тем не менее ЧП на воде, да, все-таки происходит. Вот в этом году уже тоже были такие случаи, какова статистика, и вот как она изменилась в сравнении с прошлым годом, и все-таки на что обратить внимание, у нас еще купальный сезон пока идет. Впереди, да. Ну, статистика говорит о том, что в этом году пока происшествия на воде, погибшие на воде по сравнению с прошлым годом намного меньше, ну и погодные условия пока вот. В мае было тепло, в июне, а сейчас уже похолодание такое есть чуть-чуть в природе. Но, тем не менее, вот печально, на воде мы потеряли 3 детей. 2 во время купания. Поэтому дети без присмотра взрослых ни в коем разе не должны купаться. Даже вот, ну, образно говоря, до 12 лет, даже они, если умеют плавать, одних не стоит отпускать, потому что они еще малы. Плюс, опять, наше банальное – это употребление спиртных напитков и купание в необорудованных местах. Потому что основная масса гибели на воде взрослых – это в нетрезвом состоянии и в необорудованных местах. А на пожарах тоже вот 27 человек из 38 взрослых погибли в нетрезвом состоянии. 21 из них из-за курения в нетрезвом состоянии. Поэтому вот человеческий фактор, он везде абсолютно. Поэтому хотелось бы, чтобы мы к своему здоровью, к жизни своей, ну, относились вот, ну, бережно, потому что жизнь одна, жизнь коротка, а зачастую мы не пренебрегаем абсолютно.
Ну что ж, Вениамин Иванович, большое спасибо, что пришли к нам в студию, что нашли время. А я напоминаю, сегодня мы общались с министром Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вениамином Петровым. До свидания. Всего хорошего.